Дивный лес сказок Натали Дели. Ёжбука по телефону заказал пан Ёж большой аквариум. Но вместо рыбок привезли ему домой буквариум. Открыл коробку и внутри увидел ёжик 33 каких-то странных существа. Где хвост у них, где голова, не сразу ёжа разобрался. На миг он даже испугался этих козявок-многоножек, но в лапки взял себя наш ёжик. Хотел посылку он вернуть, но до почтамта долгий путь, и буквы стали умолять обратно их не отправлять. Они устали, хотят пить, их надо срочно покормить. Ёж усадил буквят за стол, сам к холодильнику пошел. Промямлила вслед буква «М». «Я кислая, не ем совсем, могу лишь с медом молоко». «Э» попросила «Эскимо». «Е» – ежевичное пюре. «Ша» – шашлык на шампуре. «Щи тащи!» – пищала ща. «Их есть полезно натощак!» Со льдом лимонный мне коктейль потребовала буква «Л». «И» – йогурт с вишней заказала. «Ж» – жареных гвоздей желала. «Сыр в дырах» – обожает «Ы». «И» – жить не сможет без икры. «З» – захотела вдруг зефир. «Р» – выпила бы рыбий жир. «Предпочитает перец П». «Буду банан!» – бубнила «Б». Подружкам буквам «Ф» и «Ю» дай шоколадное фондю. «А» – арбуза не хватает. «С» – сосиску съесть мечтает. «Я яблочного пирога, конфет хочу!» – кричала Ка. «Нет буквы стоп, так не пойдет. Где ёж продукты вам найдет? В холодильнике пусто, еды вовсе нет. На полке лежит с молоком лишь пакет. Идея! А что, если кашу сварить? Голодных тогда сможет ёж накормить. С надеждой в буфет бедный повар полез. Ему повезло, он нашел Геркулес. Готова овсянка за 10 минут. Чавкая кашку, все дружно жуют. Буквы наелись и стали зевать. Ночь на дворе, им пора уже спать. Пока ежик мыл посуду, буквы разбрелись повсюду искать спальные места. Под альбомом дремлет А. Р достала раскладушку, притащила П подушку, Д понравился диван, Ч забралась в чемодан. М матрас надуть решила, но ей силы не хватило. На подмогу Н пришла, насос с собой принесла. Спит в халате буква Х, шляпой укрылась Ш. В сковородке С сопит, на барабане Б храпит. За юлой уснула Ю. Утюжок обняла У. К всю заняла кровать. Где же ежик будет спать? Вот ему опять забота. Спальню делать из комода. Ящик еж освободил, матрас буквятом постелил. Ну-ка быстро по местам, а не то назад отдам. Сам забрался на кровать, только начал засыпать. Уже видит первый сон. От шепота проснулся он. Ёж с просонья не поймет, кто во тьме его зовет. Что вам нужно от меня? Ему на ушко шепчет я. Я хотела в туалет, где включается там свет. Только с я ёж разобрался. Из комода писк раздался. Пить водичку просит В. Голова болит у Г. Т боится темноты. Твердый знак толкает И. У одеяла не хватает. И полчаса уже икает. П подушкой дерется, С над буквой Т смеется. Б, как бык, бодает А, так и не спал еж до утра. Бедняжка выбился из сил, но только глазки он закрыл, как буквы стали просыпаться и из комода выбираться. Не удалось ежу поспать. Буквята начали играть. Б барабанит, Д дудит. П, как попугай, вопит. М мелит мыло в кофемолке.
как красит кактусу иголки красным лаком для ногтей. Т в тапочки налила клей. Ха с Че играют в чехарду, сбивая мебель на ходу. Ща щетки выщипала мех. Теперь у щетки лысый верх. Ша в душе вздумала купаться, шампунем стала обливаться. Но только он в глаза попал, и плаксу ежик умывал. В, как заправский водолаз, нырнуть решила в унитаз. В последний миг еж В поймал, пропасть в пучине ей не дал. Кошмар творится в доме ежи, с козявками быть надо строже. С очком всех быстро отловил и буквы в банки посадил. Молчат они теперь, как рыбки, лишь виноватые улыбки на мордочках у хулигана. Еж жалился, купил бананов. «После еды все уберете, гулять иначе не пойдете», он безобразникам сказал и по мочалке всем раздал. Закипел у них процесс. В уборке виден стал прогресс. Ша шваброй вытирает шкаф. Ф феном сушит мокрый шарф. М пену миксером взбивает. Ц цветочки поливает. П пианино пылесосит. В ведре водичку носит. Х отмывает холодильник. Б хочет починить будильник. З зашивает, гладит Г. Порядок должен быть везде. Т тарелки терла, мыла. И случайно две разбила. Ёж бедняжку не ругал. Сам осколки все собрал. Че чистит чайник, как казан. Сбежал последний таракан. Теперь у ёжи чистота. Дом в порядке, красота.